От всей души приветствую подписчиков моего канала на YouTube. Самое главное, не курите. Это бред. Что бы я хотел сказать? Я прошу не считать данный сюжет попыткой оправдания властей России. Да, народ Армении стал жертвой несправедливости. Народ Армении, народ Арцаха. И Россия, на которую всегда армяне надеялись, к сожалению, повела себя не так, как должен вести себя союзник и стратегический партнер. Но давайте подумаем, как вела себя при этом власть Армении. Официально во Второй Арцахской войне армянская армия не участвовала. Это раз. Поставки оружия в Арцах не производились. Это два. И третье, самое главное. Никол Пашинян, он обратился в ОДКБ не с требованием оказать военную помощь ввиду интервенции. Это мои слова, потерять любой специалист международных. Нет. Он обращался в ДКБ за консультацией. То есть обращался за консультацией, а не за призывом оказания помощи ввиду там интервенции, атаки террористов. Россия не имела права войти без соответствующей просьбы Армении. Такой просьбы не было. И вина, в принципе, российских властей стоит в том, что она не воткнула Пашиняна хорошенько мордой в стол и не сказала: уважаемый Апуш, какие ты хочешь консультации? Я сейчас замочат до конца, пожалей хотя бы своих солдат. Что могу сказать? Борьба продолжается, но армянские избиратели должны понять одно. Нельзя бороться с турками, если они сидят же у власти в Армении. Не голосуйте за Пашиняна. Либо вы угробите Пашиняна, либо он ушатает Армению окончательно. Мне все, спасибо.